Бакси Ньюс FM. Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор сообщил, что ему больше нечего доказывать в своей весовой категории и после боя со своим соотечественником Джеком Кеттерелом поднимется в полусредний дивизион. «Я не могу оставаться в первом полусреднем весе, потому что достиг всего, что мог в своей весовой категории. Все, что могу здесь делать, так это только защищать свои титулы, а не двигаться вперед к новым достижениям. Я же хочу ставить перед собой цели и покорять их. Поэтому я намерен подняться в полусредний дивизион и стать чемпионом мира в двух весовых категориях. Погоня за крупными и массовыми боями – это то, чего я хочу. Я намерен встретиться с кем-то вроде Ярдениса Угаса и сделать заявление победой над ним. Надеюсь стать объединительным чемпионом полусреднего веса, а идеальный вариант – бесспорное чемпионство. Это грандиозные, масштабные цели, но их возможно реализовать. Американская легенда бокса 44-летний Флойд Мейвезер-младший возвращается в ринг. Он сообщил, что 20 февраля проведет выставочный бой на вертолетной площадке здания Бурдж Аль-Араб в Дубае. По словам боксера, окончательно с оппонентом он пока что не определился, но с большой долей вероятности это будет местный мажор Мани Кикс, суперзвезда YouTube и актер. Мани Кикс или же Рашед Белхаса родился в январе 2002 года в Дубае. В своих роликах преимущественно рассказывает о себе, показывает роскошные наряды, дома, драгоценности, автомобили. У Мани Кикс более 2 миллионов подписчиков в Instagram и YouTube. У парня есть хобби, коллекционирует кроссовки, их у него на сумму более 2 миллиона долларов. Считается самым богатым юношей Дубая. В активе Белхасы есть 2 боя на любительском ринге, в которых он одержал 2 победы. Во Всемирной боксерской ассоциации WBA поддержали проведение объединительного поединка между своим суперчемпионом в полусреднем весе кубинцем Ярденисом Угасом и американцем Эрлом Спенсом, которому принадлежат титулы WBC и IBF. Оба бойца подтвердили, что следующий бой проведут друг против друга. Угас сделал это во время посещения вечера бокса в Голливуде Ортис Мартин. «Мы нацеливаемся на март или апрель, бой будет за все 3 титула. Мы хотим этот поединок и рассчитываем провести его весной». Спенс заявил, что бой состоится в апреле, на совместном инстаграм-видео с актером, комиком Дэзи Бэнксом. Boxing News FM.